Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами продолжаем наше обсуждение интересных кейсов и историй людей, которые разбогатели на криптовалютном рынке. Это второе видео из серии из двух видео. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. И наш четвертый с вами персонаж — это Глаубер Контесото, который разбогател благодаря твитам Илона Маска. Глаубер Контесото из семьи среднего класса. Он жил в Лос-Анджелесе и профессионально занимался хип-хопом. Прежде чем вложить деньги в криптовалюту, он инвестировал в акции Tesla и Uber. Мечтая разбогатеть, Глаубер искал перспективный токен для успешного инвестирования. Ему таковой показалась мемная монета Dogecoin. И вдохновение к этому придало высказывание Илона Маска, который неоднократно упоминал валюту в своих публикациях в Твиттере. Контесото собрал все свои сбережения, продал акции, которые у него были, и даже взял в долг часть суммы. Ну и в феврале 2021 года он потратил 180 тысяч долларов на покупку Dogecoin. Цена одной монеты на тот момент составляла 0.045 долларов. За два месяца цена монеты выросла в 10 раз, и в итоге баланс Контесото увеличился до 1,08 миллионов долларов. По словам Глаубера, он хочет собрать 10 миллионов, а затем забрать 10% от суммы. В мае 2021 года курс Dogecoin поднялся до рекордной отметки в 0,7 долларов, а затем снова начал падать. Из-за этого Контесото потерял 167 тысяч за один день. Но он не унывает и уже ищет другие перспективные криптовалюты для инвестирования. Пятый прецедент – это пара, которая разгадала загадку и получила в подарок биткоины. Пара разгадала головоломку на картине, на которой был зашифрован пароль от криптокошелька с биткоинами. Нарисовали ее в 2015 году художник Роб Майерс и анонимная художница, известная в Твиттере как Coin Artist. Три года никто не мог разгадать код. Люди искали пароли во всем, чем только можно, кроме ключа, который оказался ключом к разгадке. Рассмотрев картину, можно увидеть на ней полосы, длинные концы, которые художница отметила как единицы, а короткие как нули. Для шифрования кода был использован Base 58, вариант цифрового кодирования с применением цифр и латинских букв. В 2018 году 35-летний программист под псевдонимом Исаак все-таки разгадал бинарный код. Он рассказал, что головоломки – это их с женой общее хобби, и они особенно любят загадки, связанные с криптовалютой, хотя она и запрещена в их стране. Имя программиста он отказался называть в целях безопасности. Известно, что в кошельке было 4,87 биткоина, что составляло около 80 тысяч на 2022 год. Криптовалюта действительно помогла многим обычным людям разбогатеть, но прежде чем инвестировать цифровые активы, помните, что их курс крайне волатильный. Инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Шестая история будет про Тайхуту. Это семья успешного предпринимателя, которая обменяла все свое имущество на криптовалюту. Данный герой отличается от предыдущих героев, так как у него было все. Несколько компаний, большой дом, роскошные автомобили. Но после смерти отца он начал задумываться о смысле существования, роли денег, семейных ценностях и решил радикально изменить свою жизнь. Он продал все имущество и вложил все деньги в биткоин. Стоимость одной монеты на тот момент составляла около 900 долларов. Жизнь в роскошном особняке Тайхуту обменял на кемпинг. Тогда о семье говорили как о чудаках, и их поступок назвали странной авантюрой. Ну а когда биткоин поднялся в цене, о них снова заговорили. Благодаря росту крипторынка Тайхуту вернул состояние, хотя сами они признают, что не ставили перед собой такие цели. По словам Диди, он хотел изменить правила жизни и показать своим близким, что такое настоящее счастье. Сегодня сумма ежемесячных расходов семьи составляет в среднем 3000 долларов. Диди, как и раньше, занимается трейдингом и инвестициями. Ну и последний, седьмой персонаж – это Джон Пол Баррик, студент, который сделал майнинг-ферму в ящике от молока. Американец Джон приобрел биткоины в 2012 году, будучи школьником. Покупка обошлась ему в 1,4 тысячи долларов. И он не мог даже подумать, что курс настолько вырастет. Напомню, что в тот период стоимость
стоимость монеты колебалась в пределах 4 или же 14 долларов. В 2013 году на уроке английского Барик получил задание написать бизнес-план. И у школьника возникла идея создать майнинг-ферму. Воплотить план в жизнь Джону удалось в 2017 году. Он покупал видеокарты на eBay и устанавливал их в коробке от молока в подвале своего дома. Спустя некоторое время Барик решил расширить бизнес и пригласил присоединиться к нему двоих своих друзей. Парни создавали майнинговые установки и продавали их в сети. Таким образом, им удалось заработать свои первые 2 миллиона долларов. Затем парень основал майнинг-ферму и нанял около 20 сотрудников. Количество майнинговых установок увеличивалось до 1300 единиц, а доход вырос до 1,2 миллиона в месяц. Став миллионером, Джон Барик приобрел спортивный автомобиль своей мечты – Lexus RS 350 и начал путешествовать. Ну а на этой ноте наше видео подошло к концу. Надеюсь, что вам было познавательно и интересно. Если вам все понравилось, то не забывайте ставить лайки, а также колокольчики и подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И, конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующий выпуск, чтобы мы с вами таким образом делали контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить же наш замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.